Харькове футбольные ультрас прошли по улицам города, выкрикивая антипутинские лозунги. Акция собрала, по разным оценкам, несколько тысяч человек. Большинство участников шествия – футбольные фаны из Харькова и Днепропетровска, сообщили организаторы. Во время проведения акции ультрас встретили представителей гораздо менее многочисленной пророссийской акции. Руководство харьковской милиции говорит, что люди с георгиевскими лентами были вооружены битами и напали первыми. В ходе столкновений пострадали более 10 человек. Вечером 27 апреля милиция задержала 13 агрессивно настроенных сторонников федерализации Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы харьковской милиции.